предложение, я теперь понимаю. Болтун! Скажи, кто это все время звонил? Павел, что ли? Павел, Павел. Он уезжает в Ленинград. Я его выставила, чтобы он тебе не мешал. А может, мне все-таки пойти в баню? Они меня заждались в бане, мам. Ничего не будет плохого, если ты Новый год встретишь чистым. Ну, решено. И думается. Я понимаю. Ванная в каждой квартире, это правильно. Да. Это удобно. Да. Это цивилизация. Ты мне говоришь? Тебе. Но сам процесс мытья, который в бане выглядит как торжественный обряд, в ванной просто смывание грязи. А ты мне говоришь? Да, тебе. И потом добрые пожелания с легким паром. В ванной. Да, свеженького. Ну, разве в ванной есть пар, а? Миша прав. Ваня очищает. Ой, ребята, как... Как тут не прекрасно, но мне пора. Все-таки ты нехороший человек. Почему? Ну, мы все ждем. А чего вы ждете? Ты что, хочешь уйти сухим? Не хочешь отметить свои женитьбы? Здесь в бане, что ли? Нет, ребят, ну, вообще Женя прав. В бане же не отпускают. Ну, конечно, нет, в бане не отпускают. Если бы не я, вы бы все тут без меня пропали. Вот. Нет, ну я не буду. Не могу. Но по одной, потому что мне-то лично на аэродром. Люди, не волнуйтесь. Всем надо быть в форме, всем надо Новый год встречать. Ребята, давайте завтра, а? Приходите ко мне завтра. И вообще, мы так редко встречаемся. Давайте я вас с женой познакомлю. Завтра я буду в Ленинграде. Ну, пей. А все-таки интересно, Женечка, что ты в конце концов выбрал? Ну и что? Что? А кого? Это ужасно. Водку после пива. У меня ночное дежурство было, сотни пациентов. Вот шоколадка? Какая ни на есть все-таки закуска. Ну ладно, давайте вот по глоточку и все. Павел, скажи тост. Ты из нас самый красноречивый. Да. А ты из нас самый недалек. Спасибо большое. Нет, я говорю. Ну ладно, давай. Ребята, выпьем за Женечку Лукашина. Павлик, перестань. Нет, ребят, давайте без дураков. Самого застенчивого, действительно, из-за человека, который, наконец, преодолел себе это качество и женился. Ну, хватит. Последним. Жень, последним из всех нас. Жень, сейчас серьезно, как друзья. Будь счастлив. Будь счастлив, Женя. Ну, спасибо, нет, за это надо. Вот одна, так сказать. Ну, серьезно, мужчина. Серьезно, это да, да. Ну. Слушай. А как ее зовут? У нее... Заешь. Прекрасное имя. Драя. Прекрасно. А, очень главное, что примечать на редкий. Ребята. Редкий. Ребята, да. Ребята. Но? Положение без выхода. Ага. За Галю надо выпить. О, нет, за Галю за одна. Только за одна. Ну, Галка, будь счастлива. Слушайте, ребят, какие вы все-таки мерзавцы. Женя. У меня до приема в поликлинике было ночное дежурство. Ой, теплый, ой. Расскажи, как ты с ней познакомился? Это целая история. Ну. Она пришла ко мне в поликлинику. А она что, больная? Да? Нет, у нее был вывих. А, ну теперь все ясно, именно поэтому. Ребята, она с тебя и выходит нормально, все ясно. Ребята, выпьем за то, чтобы они оба были здоровы. Ты с ума сошел, ты что, их рожаешь, что ли? Жена велела взять для гостей. Нет, ребят, я в таком темпе будем продвигаться, я на аэродром не попадаю. Положите меня. Я никогда не пинею. Дай-ка свой билет. Категорически мне не на здоровье. Она подумает, что я алкоголик. Ну, это вообще неслыханно, ребят. Доктор отказывается пить за здоровье. Давай. Ну что? Черт меня дернул. Пойти с вами в баню.
Ну, а теперь расскажи, как ты с ней познакомился? Ты у меня? Да. С кем? С Гарри. Или у тебя есть еще кто-нибудь? Нет, у меня никого нет. Я холостой. О! Выпили. За что? Выпили за холостяка. А вот холостой же, ура! Вот за это. Тихо, выведут. Выведут. Это хорошо. А я как представлю себе, какой будет скандал, если я, может быть, приду домой встречать Новый год. Ребята! Ребята, люди! У меня родился очень важный тост. Не-не-не, тебе больше нельзя, ты сегодня женишься. Не-не-не, я не забыл. Но если забудешь, я тебе напомню, потому что я не пьянею никогда. Ребята, давайте выпьем за нашу дружбу. Умница. А? Умница. Давай. Красиво за... говоришь. Умница. За дружбу. Ты прирожденный оратор. Подвинься, Машка. Прирожденный оратор. Давай сфотографируй, взвесимся на брудершафт. Сколько мы с тобой в сумме потянем? Ребят, родился лирический нежный тост. Давай, лирический. Все. Все. Лирить. Нам нужно на аэродром. Зачем? А? Кто-то из нас летит в Ленинград. Да? Да? Кто? Ребята, зачем? Нам поехали. Не поехали, а полетели. Пристегнулись простынями, от винта под крылом самолета поет зеленое море тайги. Еще раз. Под крылом самолета зеленое море тайги. Внимание, внимание! Объявляется посадка в самолет Ту-134, следующий рейсом 392-м по маршруту Москва-Ленинград. Пассажиров просят пройти на посадку в самолет. Продолжается посадка в самолет. По-моему, это наш самолет. Я с тобой согласен. А ты не помнишь, кто из нас летит? Нет. Постой. Положись на меня. Пойдем простым логическим ходом. Пойдем вместе. Пойдем вместе. Ты летишь в Ленинград? Нет. 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 И я нет. Внимание, внимание. Продолжается посадка в самолет Ту-134. Следующий рейс. Павел, может лететь в Ленинград? Может. Может. А Женя? Тоже может. Тоже может. Они оба могут. Кинем жребий. Мы не будем полагаться на случай. Мы в бане пили за что? За Лукашина. Потому что он женится. У тебя поразительная память. Сейчас не об этом. Значит, Женя летит в Ленинград на собственную свадьбу. И он сам бы об этом сказал, если бы его не развезло от усталости. Подожди. Он сказал, что он познакомил с своей невестой в поликлинике, когда она пришла к нему на прием. Хорошо. Я тебе отвечу. Это значит что? Что? Это значит, что она приезжала в Москву в командировку. Железная логика. Железная логика. Внимание, внимание. Заканчивается посадка в самолет Ту-134. Следующий рейс 390. Аккуратней. Куда у меня несёт? Навстречу твоему счастью. Погоди. Хорошо, что мы его помыли.